могу. Ты чего, а вдруг? Что вдруг? Конец света. Люди только врут, воруют и Богу молятся. Вокруг одни грешники. Я сюда пришел, чтобы навести порядок. Здравствуй, сынок. Что, простите? Я сатана. Для тебя просто папа. Совсем не изменился. Я же не дурак, я понимаю, что отцы через 20 лет просто так не появляются. Скажи, что тебе нужно? Прописка в Москве? У меня дело попроще. Апокалипсис. Люди готовы продать душу за что угодно. Это наша армия. Соскучился по мне? Работа ждет. Ты ангел смерти и карающая рука ада, а не чайка раскайфованная. Ты должен открыть врата ада и воцариться. Я не хочу никуда воцаряться. У меня только на этой неделе в магазине 5 смен. Я с собой в ад заберу всех. И праведников, и грешников. Ты лучше скажи, что делать. Как мне теперь спасти Галю? Ты антихрист. Ты откроешь врата ада. И Галя будет жить? Все будут. Григорий, мы что, опоздали? Так ты сам хотел. Давай на велосипедах. Ты воин света, Света. Ты остановишь конец света, Света. Может, он трек записать, а? Вы тоже на него работаете, да? У нас другой заказчик. Возможно, криминал. Что вы делаете? Возмутимся. Я даже не хочу знать, как это происходит. Твой сын готовит конец света. Дим, Яша. А ты Дим думала, они занимаются сатаной? Они говорили, у них стартап. Лашпеты супермаркета «Антихрист». Конец света. Вельзевульченко Сергей Яковлевич, вы арестованы по статье 148 УК РФ. Оскорбление религиозных чувств верующих. Смотрите в новой видеотеке «Кинопоиск» в подписке «Картина ТВ».